Здорово, ребята! Когда вы смотрите это видео, я, наверное, в Турции уже. Да не наверное, а стопудово я уже в Турции. Новая услада керама с офигенным стеклышком, шамотным кирпичом внутри, с каменкой из нержавейки, в офигенной красивой облицовке с шикарной надписью «Услада». Просто вообще огонь сделано. В общем, мы установили печку. Вы, наверное, уже предыдущее видео обзор этой печи видели. Первая закладка дров у нас прогорела. И смотрите, на стекле вообще нету абсолютно никакой копоти. Вообще от слова совсем. Вот нигде нету. Закладываю. На улице дождик немножко идет, поэтому на улице будем по минимуму снимать камеру, чтобы не намочить. Закладываю вторую закладку. Ждем, когда печка наберет тепло, и будем смотреть, какой у нас порочек она будет выдавать. Так что дровишки в топку и погнали! Вот видите, там шамотный кирпич внутри. А цена на эту печку вообще сказка. Ссылку, чтобы цену посмотрели, я внизу под видео оставлю. Вот так вот. Пускай горит дальше, посмотрим, что будет со стеклом. Специально руку держу, смотрю, как жар идет, вообще мягенькое тепло идет. Видимо, вот этот вот кирпич, который внутри печки, не дает так сильно перегреваться наружным стенкам и не выплескивает сюда много жара. Вот видите, уже сколько руку держу, ну тепло, но не жгется даже еще. Я держу ее буквально, наверное, в 5 миллиметрах от вот этой каменной стенки. Ну и как вы любите, я правда не очень люблю сравнивать, но давайте все-таки попробуем посравнивать ее с обычной усладой, которая в сетке 20-я. Это что же 20-ка? Дизайн, вышка. Прям относительно той услады, которая была, здесь дизайн прям вообще шикарный. Снизу нержавеечка матовая. Здесь камушек, под какой цвет захотели, под такой цвет и сделали этот камушек. Он разных цветов будет, прямо у производителя можно будет заказать. Здесь трубки из нержавейки. Не какая-то там квадратная труба, гнутая, еще что-то. Прям круглая трубочка, аккуратно, вообще классно сделана. Здесь сетка тоже из нержавейки. Я не видел такой сетки ни на какой печи. Красиво вот эта вот сеточка смотрится. Надпись просто шикарная. На нержавейке сделаны еще лазером вырезаны вот эти вот буквы. Выглядит прям так монументально. Сверху камушки. Ну, нагрелись уже. Каменка, понятно, выдает, дай дороги. У меня даже такое ощущение, что здесь камень еще сильнее нагревается, чем в обычной усладе. Потому что в обычной усладе еще много жара все равно уходит на наружные стенки. А здесь много жара остается внутри и греет эту каменку. Но в отличие от обычной услады 20-й, здесь нету по бокам вот этого вот завихрения огня. Огонь идет напрямую сразу вверх, нету вот этого вот движения огня по кругу. Ну потому что стенки сделаны из вот этого кирпича жаропрочного. Стекло вообще не закоптилось. У нас дождик сейчас был, пока мы топили. Немножко сверху стекло было подкопченное, я его буквально картонкой сейчас раз так почистил. А с наружной стороны стеклышко, на нем пятнышки появились, потому что дождь стекал на стекло, и на стекле такие грязные пятнышки появились. Это только вот от того, что вода стекала. Огонь видно просто шикарно. Тепла от этого стекла в комнату отдыха тоже много идет. Здесь комнаты отдыха нету, но я руками трогаю и прям... жар такой идет, комнату отдыха прогреет.
каменка, что в усладе 20-е в обычной, что в этой усладе заменяемая. А здесь каменка, хотя и в той печи, в обычной, в сетке, тоже есть каменка-комбо. Это каменка, значит, из черного металла, но внутри идет вставка из нержавейки, и здесь такая же вставка сделана. А здесь вот эта вот верхняя крышка идет сразу же с каменкой, и каменка не на полочках таких стоит, а она висит на верхней крышке, и когда ты ее еще загружаешь камнями сверху, крышка еще максимально плотно прижимается к самой печи, ну, всем весом. Перекрывал полностью шибер, вообще нигде не поддымливало даже. Ну, печка получилась реально прям зачетная. Поклонникам услады, кто думал усладу купить, я прям рекомендую вот эту купить, тем более по цене разницы нету. Что та услада, что эта услада стоит одинаково, а здесь вид-то прям классный. Хочется еще с какой-нибудь печкой сравнить, но сравнивать с другими производителями не буду. Ну, сами посмотрите, как выглядит. Мне прям вообще нравится. Вот он, керамогранит. Сантиметровая толщина. Ламельки. Я не знаю, это в комплекте идет, или мне просто прислали две ламели вот такие вот. Одна, видимо, на запас сюда, вторая на запас вот с задней стороны, где невысокие по длине ламельки идут. Упаковано все было в пупырчатую пленку, вот в такую. Вот в такую пупырчатую пленочку, чтобы ничего нигде не побилось, а потом еще можно детям отдать, чтобы они такие. Или по самому посидеть, пощелкать. Короче, я завис. В общем, мы будем делать испытания этой печки. Ну, народные испытания, как обычно мы делаем. По дате пока еще не определились, когда будем делать, но испытания будут в Челябинске проходить. Напишите в комментариях, кто бы приехал. Я позднее прям пост отдельный сделаю. В Телеграме пост будет. Кстати, кто не подписан на Телеграм, подписывайтесь, там новости в первую очередь люди узнают. В сообществе Ютуба пост сделаю, но сейчас в Ютубе картинки не выходят, поэтому можете пропустить. Лучше в Телеграме, там быстрее вся информация появляется. Позовем вас и вместе попаримся, и сами скажете свои ощущения от этой печки. Ну, смотрите, сколько я сейчас уже говорю, рядом сижу, мне даже не припекает. Вообще мягенькое тепло идет. Шикарная печь получилась. Вот такой вот видос у нас, так что пальцы вверх и всем пока.